ba 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 ba. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома. Что же со всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это кончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечный окабала, окабала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец ларни вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пам-пам, парарам, 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 парам. Парам, парам. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Друзья, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы будем говорить о нарядах, которые я приобрела. Совсем недавно выпал снег и показалось, что на время наступила зима. Несмотря на все наши невзгоды, несмотря на то, что зима не хочет уходить, весну и лето никто не отменял. И я буду готовиться к лету, к теплой погоде. И надо всегда помнить, что ныне это большой грех. Итак, вы видите, я купила очень красивый жакет с коротким рукавом. Здесь у него золотистая нитка, вот ее можно видеть. Здесь очень хорошо совместили и золотистую нитку, и серебряную нитку, поэтому могут быть украшения разные. И сюда я добавила недавно купленные тоже украшения. Посмотрите, какие красивые. Это очень красивый кулон такой на бисерном
бисерных бусах. Вот бисерные нити из многих бус, из многих нитей бисера сделаны. И цепочки. Цепочки сейчас очень модные. Ну вот у меня такой получился наряд. Это с черной кофтой. Можно его, конечно, представить и золотой кофтой. Удлиненный, красивый, на выход. Кстати, под жакет, который я вам показывала ранее, я купила вот такое украшение. Я люблю крупные украшения, вы знаете. И вот у меня были, если вы помните, вот такие серьги. Мне кажется, сюда это неплохо. Украшение на бархатном шнуре, очень красивом. Ну и стоило оно 100 рублей. Итак, сейчас покажу вам второе украшение. Или вот с этим, например, украшением. Оно, конечно, уже более дорогое. Это старое украшение 50-60-х годов. Прекрасная пластмасса. Видите, такое впечатление создается, как будто она переливается. Как сюда хорошо вписывается. Вот наши серьги. Ну, опять же, я говорю, что они на расстоянии, конечно, висят. Но, в общем, это все получается единый ансамбль. Крупные серьги на гвоздиках и крупные бусины. Трикотажное синее платье. С таким необычным рисунком, синие, сероватые такие цвета. Здесь есть, правда, светло-серый, темно-серый, с карманами. И его украсили бусы из лазурита, которые ассоциируются с благополучием, успехом. Сюда идеально подходит пиджак, который я вот повесила синего цвета. К ним, к этому же виду я купила сумку. Может быть, она не так идеально подходит к пиджаку, но идентично с рисунком цвета платья. Сделано под кожей рептилии, что сейчас очень модно и идеально сочетается с мокасинами, которые я купила. По цвету. Ну и, естественно, сюда еще синие колготки. Женщины есть женщины. И образ всегда хотят быть красивыми. И мы будем красивыми. Я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие. Люблю, люблю, люблю. Я уверен, я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечный кабала, кабала.